В парке Преображенском заканчиваются работы, которые длились практически 3 года, начиная в 2016 году, когда мы приступили и восстановили все дорожные покрытия, которые восстановили водопровод, канализацию, построили новый туалет общественный с учетами всех требований инклюзивных людей, сделали наружное освещение. По мере выделения финансирования мы пришли уже к завершающему этапу. В настоящий момент заканчивается строительство 2 входных арок, которые позволят закрыть периметр парка и привести его в еще более красивое состояние, в том плане, что тогда уже за нами, за строителями, зайдет заработать Зелентрест. Он восстановит клумбы, восстановит деревья, и, пользуясь проложенным поливочным водопроводом, все опять парк станет таким, каким он был очень много-много лет. Конечно, немножечко, может быть, изменится его направленность, он не будет уже столько развлекательным, сколько будет мемориальным парком, но это уже будет зависеть от одесситов, которые живут в округе, которые посещать его будут. Ну, такое мнение нас, как тоже одесситов.